Очередное заседание оргкомитета по выдвижению кандидатур для последующего выдвижения от «Единой России» на выборы в Госдуму провел секретарь регионального отделения партии, глава региона Александр Богомаз. Ряд кандидатур были отклонены, и причина – предоставлен неполный пакет документов. По двум кандидатурам оргкомитет принял положительное решение. На участие в предварительном голосовании партии зарегистрирован Максим Шатоба, глава Унического района и секретарь местного отделения партии «Единая Россия», а также Ирина Агафонова, главный врач Брянской городской поликлиники номер один. Я очень рада, что партия доверила мне участвовать в предварительном голосовании «Единой России». Я, как главный врач крупнейшей в городе поликлиники, по личному опыту знаю, что сейчас очень многое делается для развития здравоохранения. И мне очень хотелось бы иметь возможность не просто сохранить темпы этого развития, но и ускорить их. Поэтому, осознавая свою личную ответственность за это, я иду на предварительное голосование «Единой России». На сегодня оргкомитет зарегистрировал уже 49 участников предварительного голосования, 25 по единому федеральному списку и 13 по 77-му Брянскому одномандатному избирательному округу, 11 по 78-му Унеческому одномандатному избирательному округу. Голосование пройдет с 24 по 30 мая на сайте pg.er.ru, а 30 мая на счетных участках. Андрей Мамошин, Александр Жучков, события Брянск. Только там.